Привет, друзья! Находитесь вы на канале Отдыха Тадая. Как всегда, с вами Ксюша. Привет. Александр. Начинается наше новое путешествие. И летим мы в Турцию, в регион Кемер. Летим мы по новым правилам. Сегодня расскажем и покажем, какие виды тестов существуют, где их спрашивают, не спрашивают. В общем, очень много новой полезной информации будет в нашем сегодняшнем видео. Сейчас октябрь месяц, на улице прохладненько, поэтому давайте перемещаться вовнутрь, покажем, какие изменения там произошли. Значит, по нашей традиции подходим мы к табло, смотрим, у нас вылет в 7 утра, сегодня 2:10, время 2:30, и смотрим наши стойки. Наши стойки с первой по пятую. С первой по пятую. В общем, приехали мы за 4,5 часа. А тут, ребят, посмотрите, какой сюрприз. Аншлаг. Да, сумасшедший уже. За 4,5 часа приехали. В общем, наши стойки с первую по пятую. Сейчас встанем где-то и будем сдавать наш багаж. Вы стоите, нет? Посмотрите. При входе убрали проверку багажа. Открылось новое кафе «Де Азур». Значит, работает здесь все больше и больше кафе. Можно приобрести хамон, дорогу. Для тех, кто не вакцинировался и не сдал тесты, тесты можно сдать прямо в аэропорту. Вот она, лаборатория. 6 часов на антиген, 15 минут. Если вы не упаковали свой багаж, также можно здесь его упаковать. Цена 100 гривен или 3 доллара. Друзья, решили мы выпить кофеечку. На улице сейчас глубокая ночь. Сейчас 3 часа ночи. Вот. Мы решили взбодриться, да? Получили мы, кстати, наши билеты, чему очень рады. Расскажем вкратце, как прошла регистрация на рейс. Несмотря на то, что людей в аэропорту много, регистрация прошла быстро. Попросили нас предъявить QR-коды и тесты. Поскольку мы вакцинированы, тестов у нас нет, у нас есть сертификаты о вакцинации. У нас, кстати, первый вариант. Первый вариант. В общем, это второй вариант с QR-кодом, которого нигде, говорят, нет. Все-таки он существует. Мы расскажем, как его получить. Да, ну в общем, и третий вариант. Третий вариант это в телефоне, в ГИИ. Все варианты рабочие. В общем, вы подходите на стойку регистрации. И можете один из этих вариантов, в зависимости, какой у вас есть в наличии. Значит, первый вариант. Это выдает семейный врач, он с печатями, больница и так далее, и тому подобное. ДИА, ну это вы устанавливаете приложение, в приложении, естественно, вы там активируете ключ, точнее электронную подпись, далее вы эту подпись генерируете сам сертификат, который у вас потом автоматически подтягивается и появляется как в папке документов, в общем, в вашей, в самой программе. Его, он также работает. Если вы, допустим, не обратились к семейному врачу и не получили бумажный вариант, вы можете предъявить электронный вариант в приложении ИД. Ну и, конечно же, третий вариант, который с QR-кодом, который вот особенно актуален для путешественников, которые летят в Египет и вакцинировались и не хотят сдавать тест, и все-таки хотят воспользоваться той функцией, что они все-таки вакцинированы и им особенно не хочется. Хочется повторить для тех, кто летят в Египет. Летят в Египет, да.
И вот они, это, смотрите, международный сертификат, тут все ваши данные на английском языке, QR-код читабельный, в общем, написано сертификат, тут еще есть один, значит, чем вы, когда, в общем, вот, следующая строка, ну, в общем, чем вас вакцинировали, да, когда? Все, вся необходимая информация есть на нем, и, значит, также он генерируется с ДИИ. Если, значит, вам интересно, как его сделать, как его создать, как сгенерировать, вы можете перейти по ссылочке, будет в описании наш форум, и мы все распишем, расскажем, как его получить, как его сделать. И вы также можете с уже распечатанным вариантом, если вы все-таки желаете получить на нем печати. Мы узнавали, но не ходили, потому что он и так работает. Мы предъявили все три варианта, и все три варианта сказали работают. Значит, если вы хотите на нем получить мокрые печати от врача, мы также спрашивали, вы можете спокойно обратиться к семейному врачу. И она сказала, я вам поставлю печати. Итак, друзья, прошли мы уже все возможные контроли и находимся в зоне duty free. Крайний раз в этом замечательном месте мы находились 3 месяца назад. И за это время у нас появилась грандиозная новость, которой мы бы хотели с вами поделиться. Друзья, мы некоторое время к этому шли, а теперь с гордостью объявляем, что мы открыли наше туристическое агентство «Отдых от А до Я». Ура! Да, и хочется добавить, что мы будем очень рады видеть вас всех в нашей семье. Обязательно переходите по ссылочке, подписывайтесь на подбор туров от «Отдых от А до Я». Мы обязательно подберем вам самый лучший вариант, так как мы работаем без привязки к туроператору. Мы сотрудничаем со всеми туроператорами Украины, поэтому постараемся максимально подобрать лучший для вас вариант. Обязательно, еще раз повторюсь, переходите по ссылочке, подписывайтесь, присоединяйтесь к нашей семье, будем рады каждому из вас. Друзья, сейчас мы вам быстренько покажем цены в Duty Free, посмотрим, что тут есть. Ну, тут много чего, конечно же, есть. Сразу нас встречают акционные предложения. И, конечно же, возле них больше всего людей сразу же. Значит, Chivas 72. Джеймисон 18. Джек Дэниел 20. Как всегда, веселый лось. Веселая музычка здесь поддерживает настроение. Здесь у нас идут текилы, ром. Вот хорошая цена на Бакарди 14 евро. Есть Бакарди Спайсет 13, точнее. Извиняюсь, 13. Бейлис. Да, Бейлис литровый у нас по 16 евро. Значит, мартини. Мартини большой по 8. 1 евро, да, 1 евро скидочка. Для того, кто летит не на все включено, вообще идеальный вариант. Также это идеальный вариант для тех, кто не может справиться со своими нервами. Ну и, в принципе, кто везет на подарок что-то интересненькое. Ну, или же банально нету ультра. Да, или нету ультра, или все там включено. Значит, здесь у нас идут вино и табачный отдел. Вино-табачный отдел. И на самую разнообразную цену, начиная вот там, грубо говоря, 11 до 111. Водка премиального типа. Причем у нас табачные изделия. Табачные изделия у нас за блок 17 евриков. 29 евро 19. Значит, цены на табачные изделия я тоже. На подарочек кое-что в Турцию привезу. Подарочек в Турцию, вино. Да. Что я кому? Ага. Это уже интригующий такой момент. Интересно, кому же. Вот, значит, водка казацкая рада 5 евро. 5 евро за литр. Какая-то водка
Петровский или что-то такое, 7 евро в интересной бутылочке. Ну, в этой водке, видимо, весь бюджет 50 евро. Ушел в череп. Ушел, да, именно в череп. 55. Да, 55 евро, так на секундочку. Ну, 50 в череп, 5. 5 вовнутрь. Напиток, да. Вот. Ну, в общем, самые интересные варианты это находятся в начале, там всегда акционные предложения. И дальше у нас идут уже все остальные варианты. Ну, естественно, как всегда, самый большой вариант акции это у нас на мартини. И вот еще очень хорошая акция. Здесь, значит, у нас было 109 евро, сейчас 77. Главное, чтобы с ним пустили в самолет. Главное, не до самолета. В общем, здесь у нас сладенькая. Сейчас что-нибудь себе подберем. И будем мы, в общем, выбираться отсюда, расскажем вам все-таки про отель, как он называется и почему мы на нем остановились. В общем, самой замечательной новостью мы с вами поделились. Ну а теперь о неприятном. Мало того, что у нас рейс перенесся на 2 часа, мало нас еще больше радует тем, что в очередной раз, как и по возвратке с Анталии летом, когда мы летали сюда, нас посадили на расстоянии 15 рядов друг от друга. Я не знаю, с чем это связано, но сегодня сюрприз очень такой неудачный. Поэтому, нашу ручную кладь, которая была, мы отдали в багаж. Сразу отправили. Чтобы перестраховаться, да, так они решили нас удивить снова. Да. И посадили вообще меня в одном конце, Александра в другом конце. Ну, ну мы будем сейчас искать варианты. В общем, может, с кем-то договоримся, досядем как-то рядышком. В общем, давайте теперь поговорим о том отеле, все-таки в который мы летим. Летим мы, напомню, в 5-звездочный отель, который расположен в регионе Кемер. Значит, в самом Кемере, в центре города Кемер, это отель, который имеет, значит, собственный парк с лебедями. Этот отель имеет пляж, которому присвоен голубой флаг. Голубой флаг, это значит пляж, в общем, самый крутой, самый лучший, но мы это обязательно посмотрим. Есть тематический аквапарк для взрослых детей. В общем, все очень круто и замечательно звучит. Посмотрим обязательно и скоро все это вам покажем. Отель наш называется Rocks Royal 5 звезд. В общем, такое интересное название. Прошу не путать с Максвелл. Немножко разные отели и совершенно в разной ценовой категории. Совершенно в разной. Да. В общем, ну, будем надеяться, что этот отель действительно достоин. Сегодня буквально, точнее уже вчера, смотрели подборку на этот отель, когда есть там свободные даты, какая на него цена. На какой? На 27-е, да, по-моему, число? Или на 23-е? Ну, у некоторых операторов, да. В общем, по-разному. Ну, грубо говоря, до 20-х чисел отель снова на стопе. Да, стоп продажи. Значит, отель пользуется популярностью. Посмотрим, что же так там... Манит туда туристов. Да, туда туристов, если понятно, Трансатлантик, который в Гёйнике расположен, он, значит, такой вот весь из себя корабль кораблем. Титаник. Да, то здесь, в принципе, вот таких вот архитектурных новшеств нет. В общем, здесь такой более простой вариант, скажем так, который заманивает, скорее всего, именно пляжем, пляжной полосой. Ну, не скажу я, что он прям такой простой, он в бюджете отель, да, но да, достаточно популярный также. Но очень популярный. И любимый, как мы уже видим, туристами. Да, в общем, ну и еще раз повторюсь, обязательно мы посмотрим, что же так манит туристов, обязательно покажем это все вам. Очень интересно. Да. Ну и, конечно же, попутешествуем, покажем, что находится вокруг, что находится в Кемере, какая погода в Кемере. Значит, мы смотрели по прогнозу погоды больше 30 градусов днем, поэтому обещается жара. Посмотрим, какая температура моря. В общем, все обязательно будет в наших видео. Будут видео, как и сегодняшнее, день в день. Это тоже обязательный вариант. Конечно. Будут видео, которые будут выходить позже, будут
те, которые выходят прям день в день. Поэтому будут самые разнообразные варианты. Будет и еда, и шопинг, и просто путешествие, куда выйти, куда сходить. Хочется, да, повториться еще раз, то, что когда мы были в Кемере весной, был в Турции локдаун, мы очень много мест, которые мы хотели, мы просто физически никак не могли попасть, потому что транспорт ходил очень плохо. Мы при этом умудрились, конечно, добраться и до Анталии, и до Белека, но на самом деле это вообще, это капля того, что мы хотели показать, да, потом, ну, этот раз мы уже в Кемере наверстаем все то, что упущено было весной, и покажем все, что запланировали, надеемся на это. В общем, и последняя такой небольшая ремарочка, это касательно сертификата. Все-таки, кому интересно, как получить сертификат с QR-кодом, обязательно также есть ссылочка в описании на форум, в котором вы можете задавать нам вопросы, будем отвечать вам лично и все расскажем, вплоть до того, кому там надо будет, сбросим видеоинструкцию, как это все сделать. Поэтому обязательно, ребята, переходите, подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на Instagram, на Viber группу, форум, в общем, все, что вашей душе угодно. Ну а мы будем заканчивать наше сегодняшнее видео. Сейчас выпьем еще раз кофейку, потому что уже так взбодриться. Да, грубо говоря, уже 5-й час. Через 2 часа у нас вылет, уже хочется и поспать. Но сейчас взбодримся и отправляемся в путешествие. Спасибо, друзья, за то, что смотрели. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.